Всем привет! Сегодня кардио. Попытаюсь походить час. Выставила скорость, выставила подъем. Ходим. Лишний вес никому не нужен. Все должны быть стройные, здоровые и красивые. Так что поставили задачу раз в неделю делать кардио по часу. Сегодня попробую. Ходила 4 километра. Покажу сейчас вам свой результат. 4 километра и 300 калорий я сожгла. Еще 1 минута, и я пойду делать гиперэкстензию и, может быть, пресс немножко. И на сегодня все. Вот так вот раз в неделю теперь. Так что всем хорошего дня, спасибо, что меня смотрите. И подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, для меня это очень важно.